Схватки правосудия с нарушителями всегда счет ровный. Одного задержали сегодня, другой продаст завтра. Этот пятачок и данная палатка, в частности, давно на контроле полицейских. Продавец клянется: «Не было», – успокоит разволновавшуюся женщину прибежала дочь. Мальчишка, которому продали сигареты, так гордо показал документ, что грех было сомневаться. Он сам назвал год рождения – 98-й. В корочку Светлана посмотрела, а вот математика подвела. «Вынуждена бегать с одной работы на другую», – оправдывается продавец. Сказалась усталость и невнимательность. Вот только полицейские слезам не верят. «Если бы я у него ничего не спросил, безмолвно не бы отдала эту пачку сигарет, было бы одно. Когда наша страна защищала интерес трудящихся, господи!» Ну, как правило, все объяснения у правонарушителя одинаковые. Я не досмотрела, я что-то не успела. То есть нисхождение в этом смысле не бывает. А факт остается фактом. То есть, как продолжали продавать несовершеннолетним, так и продолжают.